Ну, что такое жизнелюбие, да? Вообще так вот разобраться с этим понятием. Мы все себя любим в основе. Вот. Любовь к себе рождает жизнелюбие. Мне кажется, так. Но что помогает человеку в этом мире выжить, это как раз любовь к самому себе. Мы же все центр мира. Вокруг нас крутится весь мир. Это, мы так понимаем. Каждый из нас. Каждый из нас центр Вселенной. Вот. И рождаясь, с нами вместе рождается Вселенная. Мы только потом узнаем, что, оказывается, Вселенная существовала еще до нас, и потом будет существовать. Нас это очень расстраивает, конечно, как это так. И вот, конечно, вот если опять возвращаемся к воспитанию, да, если ребенка любили в детстве, если родители дали ему вот это вот ощущение, что да, я центр Вселенной, то он тогда, наверное, тоже рад жизни, счастлив, и у него жизнелюбие. По-моему, каждый сам себе вот как раз этот рецепт выдумывает. Если человек сам может себе выдумать рецепты жизнелюбия, то он счастливый человек.